Здравствуйте, 9 февраля 13 лунного дня, созвездие Бархсват с элементом пространства. Вид священнослужителя благоприятен для обучения высшим знаниям, медитации, размышлений, печатания книг, дальнюю дорогу духовно-просветительской деятельности, освещение открытия священных объектов, создавать принятие лекарств, сатостей. Ребенок родится в этот день будет наделен храбростью, мужеством, красотой, имеющую силу, с твердым характером. День неблагоприятен для закупа скота, разрешения или установления фундамента, переездов, передвижения войск, стрижка волос, к счастью. Благоприятен для людей, родившихся год, сини, овцы, неблагоприятен годам, лошади, курицы, мыши. В Илгинском мане дуане ретрит, на их березовке обдинкор дуане, комбо-бунгарские сыны, деважен дуане, очуване сумды. Верьте в себя.